Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную трендовую тиктоковую балаклаву зайку. Я, честно говоря, не планировала ее вязать, но мне поступил заказ на девочку 1,5 годика. Соответственно, я связала вот буквально за минут 40, наверное, сидя, вот, расслабившись. Я рекомендую вам все-таки ее связать. Очень, скажем так, мало затратно по времени, и приятные такие вот, скажем так, эмоции оставляет после себя эта работа. Потому что пряжа на тактильные ощущения очень приятная, мягкая, нежная, и, честно говоря, работать с ней одно удовольствие. Я вязала на девочку 1,5 годика, обхват головы где-то 48-49 сантиметров. Соответственно, данный размер у меня подходит где-то до 50 размера. Если хотите связать 50-52, набирайте 28 петель изначально, я буду набирать 25 для данного размера. Если будете вязать 54-56, то 30-32 петли. Вот исходя из таких вот расчетов, вы будете вязать, скажем так, на нужный размер вам. У меня ушел ровно моточек на всю балаклаву вместе с ушками, остаточками я связала ушки. Вот, вы же запасаетесь, если размер больше 50-го, то вам нужно будет 2 моточка приобрести, и исходя из этого будете уже вязать. Я делала закрытие экранчика для лица на 7 петель. Если у вас размер больше, можете закрывать смело 10 петелечек. Вот, вяжется на одном дыхании, скажем так, прекрасно можете провести вечер за телевизором, при этом связать вот такую замечательную балаклаву. Вот, конечно же, кому понравилось, приступаем к вязанию, не забудьте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Начинаем изготавливать. Для работы вам не понадобится ни спицы, ни крючок. Вот, единственное, что я рекомендую взять крючок для того, чтобы прятать потом хвостики ниточек, очень удобно. И также нам понадобится, помимо одного моточка пряжи, если на данный размер, ниточка в цвет пряжи желательно и иголочка. Вязать мы будем из ализе пуфи, здесь 9 метров в 100 граммах, у меня нежно-розовый 31 цвет. Перед началом вязания выложите ниточку рабочую вот так вот ровно, не перекрученными петлями. Это очень важно при вязании в круговую. Смотрите, у меня вот недосостоявшаяся такая вот петелечка, я ее ложу на, скажем так, уровень левой руки и начинаю отсчитывать 25 петель. Это нужное количество петель для моего размера, вы же отсчитываете нужное количество для вашего. Итак, вот она, первая целостная петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая, восемнадцатая, девятнадцатая, двадцатая, двадцать первая, двадцать вторая, двадцать третья, двадцать четвертая и 25. Между 25 и 26 можно поставить маркер, либо же нужное количество петель вам отмечаете маркером. Начиная с 26 петли, мы сейчас будем провязывать вот эти петельки по кругу, замыкая вязание в круг. Рабочую нить я ложу на этот кружочек и беру первую петлю из 25, и, заводя вниз рабочую 26 петлю, продеваю сквозь первую. Вот так. Хорошо вытягиваем до самого конца петлю. Далее у нас вот идет следующая 27 петля. Я продеваю ее сквозь вторую петлю и хорошо вытягиваю. Следующая петля я продеваю сквозь третью. Следующая петля сквозь четвертую. Хорошо вытягиваем, не пропуская петельки. Вот так. Далее следующая петля. Следующую. Следующая петля, следующую, далее следующая, следующую. Хорошо вытягиваем и не пропускаем петельки ни в рабочем ряду, ни ниточки петли. Далее вот она следующая петля, далее поворачиваю, вот она следующая петля, поворачиваю, вот она следующая петля. Поворачиваю следующая петля. Поворачиваю следующая петля. Как вы видите на рабочем столе, очень удобно. Вы видите петельки, вы видите ниточку. На весу это делать, ну, скажем так, начинающим достаточно сложно. Поэтому лучше это делать все-таки на каком-то, скажем так, на какой-то ровной поверхности, на столе. Вот. И вот так вот разворачиваете и абсолютно каждую из ваших рабочих петель прошиваете или провязываете вот так вот ниточкой.
Вот они, петли у вас уже готовые, поэтому вы их просто продеваете. Это своего рода как не вязание, не прошивание, а плетение. Вот, продеваем полностью сквозь каждую петлю. Не пропускаем в рабочие нити петли, для того, чтобы они потом у вас просто не торчали. Все, смотрите, я провязала первый ряд. Вот он у меня стыковый момент. Вот он провязан первый ряд, и имеется такой вот перепад. Вот этой ниточкой, отрезочком вот этим, я зафиксирую его здесь по окончанию полностью вязания всего изделия. Мне сейчас, я не буду фиксировать, я по вот этому хвостику буду ориентироваться, где у меня начало-конец ряда. То есть вот они первая петля, вот они последняя петля ряда. Далее мы выкладываем снова вот так вот удобным для себя способом. И не теряя петли, продолжаю вязать второй ряд. То есть со следующей петли я начинаю с первой петелечки снова вязать по кругу. Хорошо вытягиваем петли, не стесняемся до самого конца, для того, чтобы у вас максимально ровно ложилось вязание, вот такая вот визуализация лицевой глади. Снова вот она петля. Обращаем внимание на то, чтобы она была не перекрученная. Это будет еще более аккуратно выглядеть, скажем так, если будут не перекрученные петли. И вот последующая каждая петля. Мы с вами начали условный второй ряд. Таких рядочков я буду вязать 6 до тех пор, пока не дойду до начала-конец ряда, как я вам уже говорила, до хвостика. Можете повесить туда маркер более яркого цвета, для того, чтобы вы видели, что у вас там заканчивается и начинается следующий ряд. Вы можете провязывать вот таким вот образом произвольное количество рядочков. Если же вы вяжете на больший размер, у вас будет, допустим, не 6, а 8 рядочков. Соответственно, как их можно посчитать? Вы вот так вот провязываете по спирали, по часовой стрелке, по кругу, а затем, выворачивая на изнаночную сторону, скажем так, не до конца выворачивая, а просто при выворачивая изнаночную сторону, там будут у вас получаться вот такие вот горизонтальные полосочки. Это и есть ряды. То есть мы сейчас с вами вяжем второй ряд, у нас вот они две полосочки. Будете вязать третий ряд, появится третья полосочка. Вот ориентируясь на эти полоски, вы можете считать количество рядов, даже если где-то запутались и сбились. Желательно не пропускать петли ни в рабочем ряду, какое у вас изначальное количество петель, такое должно быть и в конце вязания. Вот, если же вы пропустили петлю с рабочей нити, что тоже не рекомендовано, скажем так, потому что она просто будет торчать, вы же ее сможете потом просто зафиксировать, подшить. Вот, ну, лучше не делать. Если вы правша, как я, то вот вы правой рукой, получается, как бы подхватываете каждую последующую петлю, вытягивая, и, в принципе, пропусков не должно у вас получиться. И вот я уже начала с вами, разговаривая, вязать третий ряд. Все, встретимся с вами в шестом, по окончании шестого ряда. Связала я 6 рядочков, вот у меня начало-конец ряда и 6 вот таких вот горизонтальных полосочек с изнаночной стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и открытые петельки. Все, теперь смотрите, мы, получается, сейчас провязываем первую петлю седьмого ряда, либо же, если у вас размер побольше, у вас здесь может быть 8 рядов и так далее. Первую петлю следующего ряда провязываем, и далее нам нужно закрыть петли для окошка балаклавы. Для этого, смотрите, вот эту первую петлю, которую мы только что провязали, пропускаем, то есть вот она у нас начало-конец ряда, а со следующей петли в противоположную против часовой стрелки петлю мы начинаем делать закрытие петель для окошка лица. Для взрослого размера можно закрыть где-то 10-12 петель. Я буду закрывать для детской, соответственно, я закрою где-то 7 петель. Для этого берем первую ближайшую, скажем так, последнюю петлю ряда и предпоследнюю. И сквозь предпоследнюю пропускаем последнюю. Вот так. Далее предыдущую петлю пропускаем сквозь только что провязанную. Это 2 петли мы с вами закрыли. Далее третью петлю точно так же против часовой стрелки закрываем. Четвертую петлю против часовой стрелки. Пятую петлю против часовой стрелки. Шестую петлю против часовой стрелки. И седьмую петлю. Вот они, закрытые 7 петель. Это и есть окошко,
скажем так, балаклавы. Если вы хотите шире, то, соответственно, продолжаете делать закрытие на то количество петель, которое, скажем, вам нужно по ширине. Я это достаточно считаю, что закрытие, поэтому продолжаю вязать дальше. Для этого возвращаюсь я к той первой провязанной петле 7 ряда и продолжаю вязать 7 ряд по открытым петелькам. То есть, как я вязала до этого по часовой стрелке, так и продолжаю вязать до тех пор, пока не дойду до момента закрытия петель вот этих окошка. А так продолжаю дальше. Снова таки не пропускаем петли. Если вы видите, что вы где-то пропустили, я считаю, что лучше вернуться и переделать. Это займет у вас максимум 5-10 минут, но зато будет изделие, скажем так, выглядеть аккуратно. Если же вы пропустите петли, то будут у вас дырки. И вот чтобы их не подшивать, вот, то лучше все-таки переделать и прераспустить. Я всегда считаю, что аккуратно связанное изделие вам в дальнейшем принесет больше радости, чем вы будете знать, что оно где-то запортачено. Итак, в общем, продолжаем вязать по открытым петелькам и доходим до нашего окошечка. Вот так. Вот я буквально довязываю две последние петли. И дальше что мы делаем? Мы с вами сделали закрытие 7 петель. Возможно, вы сделали закрытие большего количества петель. Вот вам нужно это количество петель, которых вы закрыли. Я закрыла 7 петель. Еще раз покажу вам, где 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 по ближайшим полупетлям. И сверху, вот так вот, хорошо поправляя рабочую нить, мы отсчитываем не перекрученные, обратите внимание, также 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Восьмую петлю мы провязываем сквозь первую петлю, вот здесь, где делали закрытие. То есть вот у нас закрытие, мы провязываем сквозь первую петлю. Затем десятую петлю сквозь вторую петлю и так далее. То есть мы как бы с вами те петли, которые закрыли в предыдущем ряду, восполнили вот этими открытыми петлями. По количеству нижних закрытых и верхних открытых у нас должно совпадать, скажем так, максимально правильно. Единственное, что я вам предлагаю перед тем, как сделать провязывание вот этой вот восьмой петли, я все-таки вам покажу еще один способ, который мне больше нравится. Итак, отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Еще раз повторение мать учения. Отсчитали то количество петель, которое снизу. Берем восьмую петлю, не перекручивая вот здесь сверху. Мы берем, провязываем сквозь вот эту петлю первую. И вот она у нас петля закрытия. Я предлагаю вам немножечко вот так совместить и провязать сквозь вот эти две петли. Почему так? Потому что, смотрите, если вы провяжете просто, как мы только что с вами провязали просто по одной петельке, я вот провяжу еще вторую, чтобы вам было более видно, то здесь у вас получается как разрыв с левой стороны. Вот для того, чтобы было цельное красивое вязание, как справа, так и слева, я вам предлагаю за дальнюю полупетельку провязать вот эти две петли вместе. То есть, смотрите, еще раз повторяю, мы отсчитали 7 петель сверху, и взяли здесь полупетельку, ну, либо хотите, можете вот здесь переднюю полупетлю захватить. Но мне кажется, что заднюю более красиво выглядит. И все, и получается сквозь вот эту рабочую петлю и сквозь дальнюю полупетельку, если вы провязываете, то получается гораздо аккуратнее. Сейчас я вам провяжу еще вторую петлю. Вот, я несколько раз распустила, не зря, для того, чтобы показать вам, что и как я куда делаю. То есть, смотрите, 7 петель сверху, 7 петель снизу, и здесь у вас красивый завершенный край без разрыва. И далее просто продолжаем по открытым петелькам вязать по спирали, снова-таки не пропуская петли, по кругу, по часовой стрелке каждую петлю. Вот так. Доходим мы таким же образом, продеваем, до тех пор, пока не дойдем до наших открытых петель. Вот. Открытые петли мы будем провязывать точно так же, как вот эти последующие петли. То есть после того, как мы их закрыли, мы снова оставили открытыми. И сейчас я вам покажу, как мы их провяжем. Вот так сейчас как раз доходим.
не пропускаем. Вот у нас петля. Разворачиваем красиво, не перекрещиваем петельки, для того чтобы ровным полотном у вас сложилось вязание. И все, вот смотрите, у нас открытые петли, мы до них дошли. Поворачиваем их красивенько, аккуратно. Здесь не пропускаем петли на рабочей ниточке. И вот прошиваем их или провязываем, как делали с вами первый ряд. То есть точно так же мы начинаем вязать как первый ряд, так вот этот ряд после петель закрытия. Все вот так подтянули, провязали аккуратненько каждую из петель. И у нас получается то, что мы закрыли, то и восполнили. Вот довязываю я буквально еще 2 петли. Вот она моя последняя петля. И дальше мы продолжаем вязать уже следующий ряд по тем петлям, по вязанию которых и было. То есть вот смотрите, что у нас получилось. У нас получилось вот такое красивое окошко. Аккуратненько. И смотрите, нигде оно не стянуто, ничего. Оно очень-очень аккуратное. И в итоге мы, получается, провязали с вами один ряд после восполнения вот этих петель. Таких рядочков я буду вязать 4. Для того, чтобы посчитать, какое количество рядов провязано, мы снова поворачиваем на изнаночный ряд и видим у нас вот такую полосочку. То есть мы связали с вами один ряд. Нам нужно связать таких 4. И снова таки ряд у меня как начинался, так и заканчивается. Вот здесь, где у нас ниточка стыка, последняя и первая петля. Вот, либо же сразу же после окошка. Как вам будет понятнее, вот здесь у нас начало-конец ряда. Вяжем дальше. После того, как я провязала 4 ряда, посчитать это можно вот таким вот образом. 1, 2, 3 и 4. Все, теперь я делаю закрытие макушки. Как я это делаю? Смотрите, у нас сейчас нечетное количество. Для тех, у кого четное, подходит отлично. Если нечетное, то первую петлю я предлагаю вам провязать просто вот так вот одной петлей и все. И начинаем делать убавление как бы со следующей петелечки. Убавление я буду делать вот таким вот образом. Смотрите, первую, вторую петлю завожу вот так вот, вторую за первую, вместе провязываю одной петлей. Вот так. Затем снова третью и четвертую. По счету от начала ряда это у меня уже получается четвертая, пятая, потому что первую я провязала просто лицевой. Но суть такая, что попарно складывая 2 петли, мы провязываем всего лишь одной петлей. То есть попарно провязываем, заводя каждую последующую петлю за предыдущую. То есть делаем, получается, поворотик 2 петель в одну сторону все время. И до конца вот этого ряда мы должны провязать попарно 2 петельки вместе одной. Довязав до конца ряд попарно, в следующем ряду мы также продолжаем ряд вязать попарно. То есть точно так же заводим вторую за первую петлю и поочередно также продолжаем провязывать по 2 петли вместе. При этом я разворачиваю красивенько петельки, как и прежде, заводя только лишь в одну сторону. Вот. И попарно также продолжаем провязывать. Если у вас четное количество, соответственно, все супер. Если нечетное, то одну из петелечек вам нужно провязать просто одной лицевой. Ну, либо же не лицевой, а заводя просто вот так вот в одну петлю, не провязывая попарно, то есть без пары, одну петлю. Я уже по привычке говорю лицевую, потому что вяжу спицами. Вот здесь мы руками. Вот, и вот так вот попарно провязываем до конца ряда. Вот, получается, мы сейчас дошли до начала ряда. Я еще раз провяжу 2 петельки вместе. И у меня остается по кругу 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот, 6 петелечек. На этом я останавливаюсь. То есть, получается, 2 ряда я провязала убавление попарно. А сейчас что я делаю? Смотрите, беру следующую петлю, которая у нас идет от мотка, вот она, и на нее нанизываю, перекидывая поочередно, вот как мы с вами вязали, так поочередно на нее перекидываю все абсолютно 6 петель. То есть у нас останется вместо 6 всего лишь
одна центральная петля, на которую мы все перекидываем. Как бы получается, стягиваем все на одну петлю. Вот. И последняя, шестая петля. Все, смотрите, у нас получается к мотку пошла дальше ниточка с петлями, а здесь у нас та петля, на которую мы нанизали полностью все петли. Сейчас можете вот здесь вот отрезать вот эту ниточку, прираспустить. То есть смотрите, вот у нас петля состоит из вот такой вот ниточки сшитой. Вы можете аккуратненько ножничками здесь рассоединить, и получится, что вы затянете эту петлю вот этой ниточкой хвостиком. Но перед тем, как затягивать, я рекомендую вам все-таки примерить, все ли вам подходит, все ли здесь, скажем так, нравится, и достаточно ли этой высоты макушки. Если же вы вяжете размерчик побольше, соответственно, здесь у вас будет не 4 ряда, а, допустим, 6, либо 7. Вот, и тогда вы делаете закрытие попарно 2 ряда. Затем оставшиеся петельки. Если у вас здесь больше 6 петель, можете еще провязать дальше попарно до, ну, приблизительно 5-6 петель сверху с макушечки, и затем их стянуть на одну рабочую петлю. Вот. И мне этого достаточно. Я сейчас ниточку отрезаю, как я вам уже говорила, прираспускаю одну петельку, затягиваю вот это все дело и вытаскиваю на изнаночную сторону. Там я зафиксирую нитку. Вот здесь же у нас, как вы помните, начало-конец ряда. Также у меня здесь вот она ниточка. Я сейчас аккуратненько вытащу на изнаночную сторону ее и аккуратненько зафиксирую вот здесь вот этот хвостик. Так как здесь у меня сейчас не состоявшаяся петля, то я прираспущу и зафиксирую уже непосредственно без вот этих лохмотьев. Вот, фиксировать я буду просто такими вот как бы воздушными условными петельками. Можете, если у вас здесь совсем коротенький хвостик, либо же как-то неудобно, то можете просто пришить ниточкой в тон к основной нити. Вот, и все, здесь у вас как бы ряд замкнутый, поэтому будет красиво и не видно перехода этого. Вот, все, и теперь приступаем к ушкам. После того, как я отрезала петельки на макушку, спрятала кончики ниточек, у меня осталось всего 82 петли. То есть получается, что по 41 петле я разделила на каждое из ушек. Возможно, у вас получится свое число петель. Я рекомендую вам всегда делить пополам, для того, чтобы вы знали, сколько же у вас на одно ушко. Так как у меня заячьи уши, то я буду использовать 4 петли, которые буду поворотными рядами вязать, просто вот так вот продевая сквозь петельку, скажем так, зигзагообразно проходя и набирая полную высоту ушка. Если же у вас, допустим, мишка, то, ну, к примеру, у вас петель меньше, к примеру, там останется 30, либо же там 25, то для ушек заячьих это очень мало. Поэтому я рекомендую вам взять 6-7 петель, которые вы поворотными рядами свяжете пару раз и буквально сделаете закрытие. То есть закрытие петель, как вы помните, продевать это сквозь одну петлю, скажем так, вторую, сквозь вторую третью, сквозь третью четвертую и так далее. То есть вот так вот закрыть петельки, тогда у вас получится красивый такой вот связанный полукружочек, и это такие вот ушки-мишки. Я сейчас же вам заострю внимание, как сделать заячьи ушки. Итак, 4 петли отсчитываем. Далее мы пятую продеваем сквозь четвертую. Вот. Можете даже вот так повернуть, чтобы вам было удобно. Пятую сквозь четвертую, шестую сквозь третью и так далее. То есть смотрите, вот вы просто провязываете 4 петли, эти же оставленные в обратном направлении. Далее вы закончили провязывать, получается, сквозь первую восьмую петлю, и девятую провязываем сквозь первую с этой же стороны. И идем в обратном направлении. Как бы получается, мы шли справа налево, точнее, слева направо, сейчас идем справа налево. Вот. Теперь снова слева направо, в последнюю провязанную провязываем вот так вот. Сейчас крайнюю петлю, предпоследнюю, затем во вторую петлю и в первую. Как только провязали в первую, сюда же в первую провязываем следующую петлю. Далее во вторую петлю,
третью и в четвертую. Снова таки не пропускаем петельки для того, чтобы красивое полотно у вас получалось и не получалось дырочек. Можете подтягивать по ходу работы, как вам удобно. Вот, не пропускаем петельки, получаются вот такие снова горизонтальные у нас полосочки. Вот, провязали последнюю, снова таки в эту последнюю же делаем вторую петлю и в каждую последующую. Я так буду делать практически, пока у меня не закончатся петельки. В конце я вам покажу, как я сделаю закрытие петель, чтобы оно выглядело гармонично. Вот, а пока я набираю длину ушка. Я делаю его, как видите, не объемным, а одинарным, таким вот плоским. Я думаю, что для ребенка этого вполне достаточно. И учесть то, что на всю шапочку ушел один моточек вместе с ушками, то я считаю, что это достаточно экономно, бюджетно получается. Вот, соответственно, в размере побольше можете взять петель, допустим, не 4, а там 5-6, вот, в зависимости от того, насколько вы хотите широкое ушко. Ну и так далее. Вот я провязала длину ушка. У меня дошло практически до конца моих петелек. Теперь смотрите, как я заканчиваю его. Я закончу самым обычным способом закрытия. То есть, если вы оказались сейчас, как я, при провязывании, и хвостик у вас остался в левой стороне, то вы делаете точно так же, как я. Если справа, то можете сделать как бы в зеркальном отображении. То есть, смотрите, если вы закончили, как я, то вы берете последнюю на предпоследнюю, соединяете. А если закончили с этой стороны, то первую на вторую, вот так вот. То есть у вас должно получиться две такие вот пары. Если у вас здесь петелек больше, соответственно, первую вторую соединяете, последнюю предпоследнюю. А здесь вы можете провязать и оставить петелечки, которые у вас есть. Теперь смотрите, одели предпоследнюю на, точнее последнюю на предпоследнюю, провязали одной ниточкой. И далее первую на вторую и провязали точно так же. Вот так. То есть две соседние петельки мы провязали вот так вот попарно. Далее у меня осталась вот лишняя петля. В принципе, можно было бы ее отрезать и зафиксировать ею. Но я хочу, чтобы здесь у меня было не просто вот так вот две петли, а я ее продену как раз таки в центр. Если у вас осталось две петли, супер, соединяете и все. Я рационально решила использовать эту петлю и как бы сделать объемчик. То есть смотрите, я ее просто продела по центру. У меня остался вот такой хвостик. Я его продеваю сквозь три петли, как бы нанизываю эти три петли. Далее возвращаю вот эту петельку, ну условно говоря, которую я продевала изначально. И фиксирую хвостик. Я вот так поверну на изнаночную сторону, чтобы мне было удобно и видно. Я его продеваю сквозь петлю. Можете зафиксировать ниточками контрастного. Ой, цвет-цвет, не контрастного, а цвет-цвет. И вот здесь я ее хорошо фиксирую. Эту ниточку, хвостик. Вот этот хвостик, который у меня получился по итогу, я сейчас спрячу. Скажем так, вот здесь вот, ну, по ходу, скажем, вязания. Вот у меня получилась с изнаночной стороны такая вот полосочка, где петельки более, скажем, торчат или же пристянутые. Можете их поправить, вытянуть хорошо. Вот, можете даже вот так поподтягивать в разные стороны. Все, расправили ушко, вот этот хвостик я спрячу, а за вот эту сторону я буду пришивать. Таких ушка я сделаю два штучки, абсолютно одинаковые, так как у меня по количеству петель одинаково. И буду сейчас пришивать. Все, наша балаклава готова. Мы спрятали хвостики, с изнаночной стороны зафиксировали ниточки. Если же у вас какие-то коротенькие получились ниточки, вы можете их всегда подкорректировать иголочкой с ниточкой в цвет пряжи. Вот здесь тоже хвостик мы зафиксировали, спрятали в начале вязания, где замыкали вязание в круг. Далее у нас два ушка готовы, и нам остается их только лишь пришить. Пришивать я буду ниточкой обычной швейной и иголочкой. Вот, причем я буду пришивать изнаночной стороной вот таким вот образом наверх. Правый уголочек ушка у меня будет на уровне вот этого выреза для лица. То есть у меня будут ушки расположенные вот
Сейчас я вам покажу, как я буду пришивать. То есть, смотрите, на уровне экранчиков будут уголочки вот так вот к центру, и уже уходящие в бок будут вторая, скажем так, второй уголочек ушка. Изнаночной стороной вверх, для того, чтобы у нас ушко лицевой стороной падало вниз. То есть вот так. Если вы пришьете как-то по-другому, то оно будет, ну, просто, скажем так, висеть. Для того, чтобы пришить ровно, я рекомендую вам одеть на человека, примерить, то есть посмотреть, где зафиксировать, возможно, даже булавочками зафиксировать, чтобы вы понимали, откуда, куда, ну, скажем так, должно уходить ушко при пришивании. Всегда я рекомендую пришивать не четко по ряду, а уходить куда-то в бок, потому что, во-первых, рыхлые нитки. Второе, чтобы ушко все-таки у вас было стоячее, то есть немножечко можете его присобранным образом пришивать, то есть для того, чтобы опять-таки оно было не просто висячим. Вот. Либо же второй вариант, это вы одеваете на манекен, если он у вас есть, возможно, на какую-то банку, то есть чтобы имело что-то объем, и вы смогли ровно, равномерно, красиво пришить ушки. Тут я вам уже не подскажу. Еще раз повторюсь, на уровне вот этих вот боковых сторон я буду пришивать одну часть, плавно уходящая, скажем так, вдаль вторая часть, то есть вот этой ширины ушка. И лицевая сторона у нас будет падать вперед. В общем, пришиваем ушки, и наша балаклава готова. После того, как пришили ушки, в итоге мы вот получаем вот такую балаклаву. Я надеюсь, что вам понравилось и было интересно. Спасибо, что оставались на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!